Переулок Спасский – один из участков с проблемным дорожным покрытием. Когда-то давно здесь был асфальт, но со временем дорога превратилась в полосу препятствий. По словам дорожников, ремонт займет не больше 2 дней. Уже на этой неделе жители смогут проехать по обновленному дорожному полотну протяженностью 600 метров. Данная дорога будет выполнена в асфальтобетонном исполнении. В принципе, организация начала вовремя, от графика она не отстает. Дороги ремонтируют не только в городе, но и в сельских округах. Планируется отсыпать 12 километров дорог гравием и заменить 4 километра асфальтобетона. Коснется ремонт и тротуаров.